Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, мы продолжаем играть в Punch Club. Что ж, мы одерживали в прошлой серии прям такие прям серьезные победы. Так, Сильверу я могу еще подойти, тренировка с лапами заказать могу? За пятнашку можно? А, говорит, нет, сегодня хватит уже, мы вчера уже занимались с ним. Так, ну что ж, мы тут одерживаем победу за победой. В лиге, конечно, были сейчас нам, ребята, очень тяжело. Потому что там народу просто, ну, как сказать, там уже серьезные бойцы начинаются. Серьезные бойцы начинают подтягиваться туда. И в итоге, я думаю, там будет очень-очень тяжко скоро. Статы у нас потихонечку падают. Но мы им не даем так сильно понизиться, как они хотят, в общем-то. Они хотят вообще упасть, а мы не даем. Тренируемся очень много, очень сильно. Так, давай, наверное, начнем силу. Основная у меня задача прокачать силу до 11, хотя бы 12. Почему-то я очень-очень-очень сильно этого хочу, чтобы прокачать ее прям на всю катушку. Чтобы он просто лупил и сразу выносил всех с одного удара. Вот такая у нас задача. Качнем силу прям побольше. Выносливость ниже 9, я тоже опускать ее тоже не буду. Будем стараться ее держать. Смотри-ка, он прет-то как, а? Девятка. Скоро будет 10, ребят, скоро будет 10. Весь день качается. Весь день качает силу. Почти мы ее прям приличненько качнули. Так, а что у нас будет сейчас? Лига через 2 дня у нас будет. За 2 дня мы успеем позаниматься неплохо. Давай здесь работаем. Ловкость тоже меньше 6 опускаться не имеет смысла. Ловкость не нужно опускать меньше 6, потому что у нас становится боец тогда неуворотливым, неповоротливым. Так, секунду. А мы сейчас кое-что сделаем. У нас, значит, есть новый навык «Путь медведя». Значит, немного мотивации. О, вот оно что нам нужно сделать. Сейчас мы съездим, значит, к одному товарищу. Сильверу. Есть такой у нас товарищ Сильвер. И с ним позанимаемся тренировка с лапами. Мы сделаем тренировочку с лапами. Хотя можно обычную тренировку. Давай устроим спарринг просто. Сделаем спарринг. Погнали. Давай спарринг устроим, и я возьму 3 очка умения. Что там лишние 5 баксов? Либо тренировка с лапами, там получается 15 баксов, либо спарринг 20. Но на 1 очко умения здесь больше дают. То есть, по сути, мы сейчас 3 очка умения просто возьмем просто вот так. Просто вот так. И качнемся как раз новый навык. И наши тренировки станут на 15%, ребят, эффективнее. А это нам очень-очень нужно. Смотри, Сильвера практически он раздавил за первый раунд, ребят. Посмотрите, что происходит с Сильвером. Да! Во втором раунде он уже лежит. Все, нокдаун. Нокаут, вернее. Так, отлично. 21 у нас есть. 21 монетка. Мы берем немного мотивации. Это правильно, да? Этот постер точно не успокоится, пока ты не сделаешь еще один подход. Все тренировки силы на 15% эффективней. Берем. Так, следующий у нас будет, это боксер, увеличит шансы всех боксерских способностей на поражение цели, влияет на навыки, боксерский удар, боксерский хук, боксерский крот, боксерская серия джебов. И вот следующее, что я хочу потом качнуть, это у нас будет умение, предоставляющее сейчас дополнительный слот для способностей в бою. А вот это будет очень нужно, очень прямо, очень нужно будет. Так, заодно заедем в магазин. Раз уж мы здесь, возьмем еще кусок мяса. Деньги я слишком тратить не буду. 70 баксов пусть у нас остается. Так, отлично. Идем заниматься. И сейчас должно быть у нас на 15% эффективнее. То есть получается, сейчас эффективнее стали мы заниматься. По сути, потому что на 15%. То есть как мы раньше с Роем, нашим другом, занимались в спортзале. Сейчас мы занимаемся... Но себя дома на 15% эффективнее. Представляете, как это здорово? Ага, сегодня будет бой. Сегодня будет бой, в подпольный бой. Угу. Давай-ка силу покачай немного. Все, выносливость пока у тебя хватит. А вот силенок нужно будет подкачать. Это прям очень нужно. На десятку я не знаю, успеет он, нет. По-моему, не успевает он на десяточку. Давай, родимый, ну же, не успеешь.
Не успеешь, по-моему. Ай-яй-яй-яй, совсем чуть-чуть. Ну же, ну же, стой, 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 стой. А, не хватает. Ну как же. Ай, не хватает немного. Мы можем там, конечно, ребят, проиграть. Мы можем там проиграть. Что делать, а? Ой, не знаю. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, Лени Московец. Ой, это жесть. Ох, не знаю. Вытащим мы, нет? Попробуем. Так, давай, руки накидываем и сразу. С самого начала. А второго типа я что-то не помню. Кто там второй? Так, отлично, неплохая серия. Главное, чтобы мы здесь мы не упали. Главное, чтобы мы здесь мы не упали. Давай, родимый, ну же. Смотри, выносливость проседается. Выносливость проседается. Хорошая комбо. 39. Отлично. 43. Красава, красава. Смотри, Лени тоже отлично. 34. Хорошо, давай, дружище. Вот завершай уже, завершай. Добивай его, этого гада. Ну же. Хорошая пара, парочка ударов, и ты его сделаешь. Давай, может, даже один хороший удар. Ну, давай, родимые. Скоро мы 10 сил укачнем. Вообще всех будем давить просто. Давай, давай. Один удар, он уже сдулся. Ой, лежит он как долго. Он лежал очень долго. Он уже все, уже не может вставать. Он сильно устал, вымотался. Есть! Завалили одного. Так, второй кто у нас? Кёртис. 5-4-5. Довольно сильный товарищ. Но у нас статы повыше. Я надеюсь, мы вытащим. Давай, бой, погнали. Давай, 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 давай. Выносливость у него падает. Отлично. Первый удар прошел. Замечательно. Второй тоже проходит. Третий, четвертый комбо 47. Отлично. Дружище, давай. Рокки, тащи. Хорошая, хорошая работа. Замечательно. Замечательно. Отлично. В первом раунде мы почти его сливаем. Ребят, в первом раунде. Что творит Рокки? Давай, красава, только не падай, пожалуйста. Держись. А, мы падаем в нокдаун. Это печально. В первом раунде мы практически его завалили, но сами упали в нокдаун. И сейчас нужно его просто добить, этого Кёртиса, да. Во втором раунде его тоже сливаем. Ты смотри, что творит. Молодец, Рокки. 227 баксов у нас, ребята. Это здорово. Так. Ты становишься с каждым днем все сильнее. Вот это да. Да, спасибо тебе, конечно, за поддержку, дружище. Давай-ка энергетика возьмем. У меня есть деньги для энергетика. Так, я набрал энергетика, чтобы мы не сдувались. Сегодня еще бой какой-то у нас. Слушай, в лиге еще бой. Срочно едем домой. Срочно просто домой едем. Давай, кушай. Энергетика немного попей. И вперед заниматься. А, так, за день мы успеем десятку сделать, а? Силу десятку. 6 в ловкости. Ой, силу, он не может качаться, ребят, на силу. Вы представляете, не может качаться. Походу мы в лиге проиграем, а? Силу не может вообще... Никак у него не получается силу накачать. Слушай, сегодня он просто выдохся. Сегодня очень-очень устал, потому что еще один бой. Это просто жестоко. Так, давай. Девяточку хотя бы. Чтобы девяточка у нас не упала. А то прям чувствуется, что выносливости не хватает. Удары очень-очень сильные, а выносливости маловато. Так, может быть сейчас он отдохнет как раз. Пробежится и сила как бы попрет, а? На силу упражнения пойдут. Так, давай, давай, родимый, ну же, силенку свою, ну же, силу богатырскую покажи нам. Так, вот в лиге дают очки умения, ребят, очки умения дают в лиге. Ну же, давай до десятки. Ну, есть, 10. Все, говорит, я не могу уже, все, не могу. Не может уже наш Рокки вывозить это все дело. Так, ну что, можно 10, 6, 9, вот это параметры, 10, 6, 9. О, попробуем. Попробуем сейчас. Давай позанимаемся уже, сколько ты сможешь. Может, энергию, конечно, мы не будем тратить. Ладно, все, хоры. А, давайте, значит, попробуем сегодня побиться. Я не знаю, кто нам сегодня выпадет. Сальвадор Панчес, Пападос. Ребята, это попали. Это, по-моему, самый сильный или один из самых сильных гадов, которые могут здесь попасться. У него жуткие перки. Это просто жесть, ребят. Его мы точно, по-моему, не завалим, но попытаемся, ребят.
пытаемся, я не думаю, что мы его можем завалить. 39, что происходит? 39, накидали ему сразу в начале, но он такой гад. Так, давай, давай, Рокки, пожалуйста. О, половину снесли. Есть шанс, ребят, в первом раунде сносим половину. Давай, пожалуйста, Рокки, тащи, слушай, что творит Рокки? Пожалуйста, только не падай. Отлично. Давай, давай, добивай. Добивай его, ну же, не падай, пожалуйста. Он сейчас все, последний момент может... Ну же, второй раунд. Попади, попади по нему, Рокки. Твою мать. Не сливайся, осталось пара ударов. Ну, попади, пожалуйста. Ты сможешь, отлично. 9, 9 жизни. 9 жизни. Ае! О, да, вот это, ребята, круто. Мы победили этого чертова Панчеса, это... Я не знаю, это крутейшин. Это крутейшин. Я не верю в то, что мы его сделали. Так, качаем боксера. Увеличиваю шанс всех боксерских способностей. Качаем боксера. Так, и вот уже, кстати, подобрались мы практически очки умения, предоставляющие дополнительный слот для способностей в бою. Дополнительный слот нам нужен. И тогда будет вообще все в шоколаде. Так, давай качнем-ка спарринг здесь, поработаем с Сильвером. Дополнительные очки умения, все-таки они нужны, ребят. Так, правда, после боя против... Мы после подпольного, потом после Легии, мы еще здесь спаррингуемся. Ты представляешь, как у нас Рокки устал? Слушай, у нас может еще и Сильвер одолеть еще, нет? Нет, наверное, вряд ли нас одолеет. Потому что мы тут прям нормально ему... Втюхивай ему по полной. Давай, давай, вали его, Рокки. Вали его. Ну, отлично. Ну, уже нормально. Сильвер у нас нокдаун, нокаут постоянно уходит. Это хорошо. Это хорошо. Записываемся в лигу. Что еще нам делать? Там еще чемпион есть. Там вообще зверюга. Там есть вообще зверь. Закупаемся мясом. Закупаемся мясом. Так, здесь еще берем тоже. 93. А, кстати, у нас что-то с пиццей же есть. С пиццерии можно заехать. Давай-ка зайдем в пиццерию. Кейси там говорил, что спросить о специальной пицце. У нас сейчас слишком много заказов. Займись их доставкой. Поговорим позже. Е-мое, доставкой нужно заняться. Не сейчас. Парень не хочет там заказать пиццу. Так. Может заказать у него пиццу, а? То, кстати, смотри-ка, за 16 тоже восполняет здоровье неплохо. Помните, что у нас там внизу черепашки какие-то были? Крокодилы, в общем-то. Там был крокодил. Так, ладно, давай сюда, отдыхай, восполняйся, восстанавливайся. В итоге, я что-то не знаю, почему у этого задания не появляется теперь. Может быть, нужно там повозить пиццу. Смотри-ка, как с девятки-то рухнуло. Серьезно, у нас сила-то упала вообще прям край. Но ничего, у нас тренировочки на 15% эффективнее, поэтому это норм. Так, погнали, давай. Девятку сделаем, девяточку. Так, здесь, значит, немного тоже повысим чуток. И пойдем на силу поработаем. Сила должна быть больше 10. Нужно делать ее 11. Нужно делать ее 11. Сейчас новая цель, ребят, делаем силу, прокачиваем до 11. Это просто край. Меньше десятки не имеет смысла просто сейчас опускать силу, потому что здесь такие соперники, что просто это невозможно. Вообще бы ловкость, конечно, лучше повысить ее. Ловкость, конечно, тоже надо. Так, ну у меня еще есть время, по сути. Можно нормально заниматься. Занимаемся, качаем ловкость свою. Все отлично. Все отлично. Ловкость прет. Красота. Давай, ловкость можно на 7, может, даже качнем. Выносливость потом прокачаем еще побольше. На десяточку выносливость будет. Вообще будет здорово. Давай-ка выносливость. Меньше 9 не надо падать. Не падай, 8 опять упала. Так, давай, 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 работай, работай, работай. Работай. Девяточка. Так, бой у нас сегодня какой? Ага, подпольные бои опять.
Подпольные бои сегодня готовы. Не знаю, кто там нам сейчас выпадет. Ну, в общем, уже я переживаю за Рокки, потому что подпольные бои, там два чувака, там очень тяжело уже биться сразу с двумя. Я не знаю, что там на следующем раунде будет, когда мы перейдем полоску уже следующую. То есть мы сейчас как бы прошли, там зеленая была полоса, когда мы просто бились там с разными слабенькими такими соперниками. Сейчас вот идет желтая полоса, то есть это получается по два человека. Красная будет дальше полоса, это что значит? То есть там что, по три человека будут у нас налетать, целой толпой будут бить? Я не знаю, ребят. Ребят, не забывайте ставить лайки, кому нравится Punch Club. Лайки очень сильно поддерживают меня и Рокки. Поэтому, ребят, собственно, лайки помогают нам выигрывать, ребят. Помогают выигрывать благодаря вашей поддержке, вашим комментариям. Я, собственно, начинаю здесь разбираться. И благодаря общей нашей помощи, собственно, поддержке, мы начинаем выигрывать, это здорово. Наконец-то. Игрушка на самом деле очень прикольная, геймплей потрясающий. Просто, я не знаю, один из лучших геймплеев, который вот у нас был на канале. Игра, кстати, не отличается прям таким каким-то графонищем уникальным. Там, я не знаю, графон здесь вообще почти практически его нету здесь. На самом деле геймплей все вывозит, абсолютно все. Так, 10-6-9, ребят, попробуем вытащить. Ух ты, ё-моё. Так, кто против нас? Ловкий чувак. 7 ловкость у него, 4 сила. Выносливости мало, да? Бэкдроп у него. И второй громила. Какой-то громила будет. Так, давай, хлещи ему, хлещи. Эй-эй-эй-эй, уворачивайся, дружище. Отлично, отлично, 32, замечательно. 33, хорошо. Отлично. Хорошо, хорош. Смотри, у него заканчивается выносливость. Отлично, 21. Красава. Бей, бей, бей. Еще немного, ну. Хороший первый раунд. Хороший первый раунд. Хорошая работа. Да, во втором раунде сразу же. В начале боя он просто падает. Просто падает. Пинки. 6, 4, 5 у него. Мощный апперкот. 6, 4, 5. Посмотрим. Здоровый чубак. Здоровенный просто дядя. Двухметровый товарищ, смотри-ка. Давай, давай, смотри, он сильный какой, а? Сильный. Сильный громила. Ну, Рокки что-то начинает подздуваться немного. Давай, давай, комбо хорошее. Он должен устать сейчас. Отлично, 38. Мы устаем, мы можем падать сейчас. Тихо, 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 не падай, держись. Родной, нет! Вали этого гада, что-то не так. Что-то, черт возьми, не так идет, а? Мощный апперкот. Что можно еще поставить? Может быть там... так. Что-то надо поменять. Выносливость. Давайте попробуем. Я вот уберу блок, поставим выносливость. Будем снижать ему выносливость. Я не знаю, попробуем. Давай, красава, ну. О нет! О нет! О нет, дружище, только не падай! Пожалуйста! Твою мать! Давай, отлично, отлично, 57, ну же, один удар, попади, да! Yes! 150 баксов зарабатываем. Красота! Ох, как это было тяжело. Ох, как это было тяжело-то, а? Так. Статы пока не падают, отлично, это радует. Закупаемся жратвой. Так, холодильник полон. А, что еще у нас? Сегодня бой, кстати, у нас с лигой. Бой в лиге. А, так, для этого нам нужно, наверное, поехать просто отоспаться, потому что, ну, у нас здоровья мало. Потому что здоровья очень-очень мало. Нужно восстановить свое здоровьишко. Как раз там перекусим, здоровье тоже восстановится, энергии вообще мало. Полдня придется поспать, и сегодня бой у нас с лигой, нужно же еще позаниматься как-то, а? Здоровье-то не восстанавливается. Так, ладно, давай поработаем. А, ловкость надо чуть побольше и силу немного сейчас подбавим. За полдня что мы успеем сделать? Да ничего особенного мы не успеем сделать, но хотя бы как-то можем приблизиться. Хотя бы к 11 уже было бы неплохо. Я не знаю, кто там у нас будет, сейчас мы посмотрим, кто там по расписанию у нас.
какой чувак будет против нас биться. Видимо, там самый главный чемпион, да? Самый главный чемпион. Давай, 11 сможешь, нет? Нет, по-моему, ты не сможешь качнуть 11, а очень жаль. Так, расписание кто? Сальвадор Панчес опять? Сальвадор этот Панчес? Мистер Кикуси. Мистер Кикуси, 605 у него очков. Он всех просто валит, всех на раз. Опять Сальвадора Панчеса этого. Я не люблю этого Сальвадора Панчеса, если честно, вообще никак. То есть он такой прямо жесткий тип. Так, давай покушаем. Восстанови свое здоровье. Нужно съесть. Так, здоровье восстановили. Ну, ох, поехали. Что делать? Панчес этот опять. Панчес проклятый. Так, мясной молот. Давай попробуем так побиться. Пока мы ничего менять не будем. Если что, во втором раунде я поставлю блок. Тут раз на раз не приходится. Все же рандомно. Давай, попади, пожалуйста, нужен. Блок надо было, наверное, поставить. Ты смотри, что он творит. Надо блок, 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 блок. Нужно было поставить. Отлично, 39, неплохо, неплохо. Попади еще разок. У тебя удары сильные. У тебя удары сильные, он... Отлично, 32. 20, 33. Хорошо, комбо. Отлично. Только смотри, что у нас выносливость-то сносит. 19. Отлично. И один удар. Добивай, добивай его. Да, Панчеса мы начинаем просто сносить. Так, 12 у нас. Еще что-то можем открыть. Путь медведя открываем. Умение, предоставляющее дополнительный слот для способностей в бою. 22. Так, мышечная память следующая у нас идет, да? 13 получается. 13, надо 13 ее докачать, чтобы она там осталась. Есть утомитель, модификатор ударов, если навык активен, каждый успешно нанесенный удар наносит дополнительный ущерб уровню энергии противника. Да, это круто. Модификатор ударов, если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить уровень ловкости противника. Вот эти две мне нужны штуки. Нужно не как-то накопить очки умения. Как-то их нужно по себе приобрести. Ну, в общем, отлично. У нас появляется пятый слот, ребят. Это очень здорово. Это просто потрясающе. Круто. Так, давай-ка мы сейчас заодно сюда забежим тогда. Спарринг устроим быстренько за двадцаточку. Деньги у нас есть, поэтому... Чтобы начать бой, необходимо выбрать... Ага. Так. Ну, давай блок выберем, чтобы он нас вообще не одолел. Чтобы он просто вообще без вариантов. Посмотрим. Ну-ка, давай, покажи себя. Покажи себя, Рокки. У тебя еще блок стоит, между прочим. Ты должен еще и уворачиваться вообще. Ну-ка, на Сильвере сейчас попробуем. Заценим нашу силу. 26. Первый раунд. Первый раунд. Мочим неплохо. Смотри, что творим, а. В первом раунде выхлёстываем вообще практически без потерь, ребят. Прём. 206 баксов у нас. Записываемся на бой, естественно. 206 баксов, заезжаем сюда. Так, покупаем еды. Я хочу заехать все-таки в пиццерию. Доллар потратим, только на автобусе сейчас будем гонять, чтобы время не тратить. Спросить о специальной пицце, у нас сейчас слишком много заказов, займись. Не хочет он мне пиццу почему-то давать. Доставка пиццы, нужно, чтобы я подоставлял, наверное, пиццу, чтобы он мне разрешил, наверное, да? Я не знаю, что он там хочет. Как бы... Ну ладно, хорошо. Так, давай сюда. Занимайся, родной. Что еще я тебе могу сказать? Работай. Силенку-то свою надо качать. Он устал и больше уже не может ничего делать. Нужно отдыхать. Нужно, в конце концов-то, поспать, наконец-то. А то такие усиленные тренировки без отдыха, они не знаю, к чему приведут. Так, бои у нас что, через 2 дня? Нормально. 2 дня у нас есть, я не знаю, сможем ли мы повысить свои навыки. Может быть, до 7 ловкость. 9 пусть выносливость остается, пока не знаю, 9 мы
А вот 11 можно сделать силу, я думаю. Силу можно до 11 догнать. Давай, отдохнул немного, ну-ка. Давай, 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 родной. Ну же. Качается, качается сила. Скоро будет 11. Нам нужны новые навыки, умения. 11 есть. Молодца. 11 качнули. Теперь нужно, чтобы она у нас не упала, да, ниже. Ну, уже 11, по крайней мере, уже есть. Давай еще силу. Давай еще силу, ну же. А, он уже не может с этой штангой уже. Не может уже с ней заниматься. Его же корежит, наверное, от нее. Но что делать? Нужно быть сильным. Нужно добиваться результата. У нас другой вообще просто... Другого пути нет. Давай, поперли. Так, девяточка. Остается выносливость, по крайней мере, на этом же уровне. Это нормально. Так, выносливость. 9. Давай ловкость. Ловкость, может быть, ты все-таки до семерки бы качнуть. Ловкость 7 и сила 11. Будет неплохо. Давай, 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 давай. Он уже не может. Изнемогает. Но у нас есть еда, мы сейчас ее накидаем быстренько, покушаем и восстановим энергию. У нас энергетика, полный холодильник, энергетика. Давай, дружище, без сна и отдыха. Энергетики есть? Ну-ка, сколько он восстанавливает нам энергии? О, отлично. И мяска. Молодец. Давай, работаем. Сила. Сила. 11. Силу 11 с запасом прокачивай. И ловкость 7. О, давай, до конца дня ты сможешь ловкость качнуть на семерочку. Отлично. Молодец. Так, подпольные бои опять нам предлагают. Подпольные бои. Давай еще силу качай, он уже не может, давай ловко. Будем до конца дня туда. Занимаемся до конца дня. Выносливость зато поперла. Хорошо, смотри-ка, 9,5 можно сделать до конца дня. Так. Ну что там, покушаем и вперед, мне кажется, да? Давай, кушай. И погнали. В бой. Я не знаю, что там будет дальше. 11, 7, 9. Лени Московиц. Ну давай, у нас еще дополнительный слот блок стоит. Мы тебя валили уже. Мы тебя уже валили. Так, он промазывается, промахивается, теряет свою энергию. Отличная комбо. Так, хорошая. Здоровьишко у нас прям уже 245 было. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас будет он падать. Давай. Отлично, 35. Еще бей, бей его. 48. Смотри, лежит. Как обычно, он лежит очень долго во второй раз, потому что ему уже плоховатенько становится. Плоховатенько. Да, выносим во втором раунде. Так, отлично. Рэй Маскерио. Рэй Маскерио. Иди-ка сюда. Смотри, ловкий чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Руки прям напропускал, отлично, но нормально, реабилитируется. Давай-давай-давай, дружище, сноси ему здоровье. Вминай его. У нас, смотри, что творится с нашей выносливостью, да? 9-то уже маловато, 9-то уже маловато, ребят. Так, смотри, он ловкий черт, а. Техничный гад. Так, давай добей его. Добей, я думаю, ты его добьешь. Пара мощных ударов, и мы его сделаем так. Да, вот как раз пара мощных ударов это и была. 150 баксов мы зарабатываем. Прекрасно, прекрасно. Деньги текут уже. Ну, определенно, так сказать. 314 уже долларов, ребят. Это уже нормально. Это уже хорошо. Так, ты с каждым днем выглядишь все лучше и лучше. Спасибо.
Закупаемся всем. Так, что еще? Куда можно еще сходить? Офис Мика, бар. Кстати, вот мы в бар не ходили. Что там такое? Ты можешь встретить самых разнообразных людей здесь, в баре. Можешь, конечно, в бар сгонять. Можно, конечно, покачаться. Так, завтра у нас бой. Давайте в бар просто сходим. А можно с Роем сгонять в бар, а? К примеру. Можно с Роем сгонять в бар, а? Давай сходим с Роем в бар. Интересно, что будет. Сходить в бар. Ну что, Рой, может в бар? А давай, Рой говорит. Так, что здесь? Ну я же говорил, что смогу разбить бутылку об голову. Что за дела? Окей. А что было-то, я не понял вообще. Сходили в бар. Очутился я дома. Ничего не помню. Так, ладно, занимаемся. Что это было, непонятно. Непонятно. Выносливость у нас маловато, ребят. Нужно 10 делать выносливость, потому что сила 11. Сила 11, а выносливость, соответственно, 9. Это мало. Это уже мало. Но зато, конечно, удары у нас очень мощные. Ловкости можно, конечно, сделать, когда у нас 7 ловкости, это хорошо. Это чувствуется, когда 7 ловкости. Давай силу, дружище. Сила, сила. Это хорошо. Сильный удар, это всегда отлично. Сильный удар, это здорово. Так, 11,5, скоро будет 12. Скоро будет 12 у тебя. Ну что, давай, наверное, энергетика пить, потому что мы вообще не спим. Получается, мы живем на энергетиках. Мясо и энергетики. Это износ, износ просто тела идет. Работаем на износ. А что делать? Большой спорт, тем более такой, всегда идет на износ, ребят. Там речь о здоровье, конечно, не идет. В большом спорте речь о здоровье даже не идет, потому что там идет речь только о результате. Так, говорит, я уже не могу. Я здесь уже не могу. Смотрите, он не может уже заниматься. Только будем выносливость тогда делать, да? Ну, давай выносливость. Может, ты сделаешь, ты все-таки давно не бегал. Ну, давай-ка ты, наверное, побегай. Побегай. Давно ты на беговой дорожке-то не бегал? Побегай-ка уже немного сегодня. Так, почти до 10. Смотри, докачивается. Ну, вот это отлично. Вот это ты дал. Нормально. Так, бой у нас сегодня... А что еще я могу сделать? Что еще я могу сделать для тебя, дружище? Ну, могу вот так вот заставить тебя поджиматься. Потому что здесь выносливость прибавляется. Так сказать, общее упражнение идет абсолютно на все. Все прокачивает. И еще побегай. Может, ты десяточку сделаешь, а? К концу дня, пожалуйста, сделай 10, а? Нет, не может он 10. Но почти 10 мы сделали. У нас бой, у нас бой. Кто против нас? Мистер Кикуси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, он бежать не хочет. Давай работай, может ты десятку все-таки качнешь. Мистер Кикуси, это серьезно, ребят, это самый крутой чемпион. Это самый крутой чемпион. Смотри-ка, у нас упало на 6. Ловкость, это плохо, надо было ловкость качать. 5, 6, 8. 5, 6, 8. По параметрам мы его круче. Бесконечная энергия. Если у персонажа осталось 25% или меньше энергии, все его навыки потребляют на 70% энергии меньше. Чемпионом бьемся, ребят. С чемпионом, мистер Кикуси. Он самый крутой чемпион в лиге, ребят. Самый крутой чувак, дедуся, который всех просто нагибает. 58 комбо проходит по деду. Давай, дружище, ну, Рокки, вали этого Кикуси. Кикуси, накидывай ему. Рокки, Рокки, держись. Ох, неплохо. Дедуля бьется в первом раунде, но, правда, он выхватывает у нас прям очень-очень много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Рокки начинает падать. Дружище, давай, держись.
Вали его. Ну, остался один удар всего лишь. Только не падай, дружище, только не падай. Собирайся, я знаю, что после против этого деда чертовски сложно биться, но ты сможешь один удар нанести, и мы выиграем во втором раунде. Побеждаем чемпиона во втором раунде. Зарабатываем $60, 17 очков умений. Это просто мега круто, ребят, это просто мега круто. Так, итого, мы берем, наверное, утомитель, да? Так, эти навыки мы не можем взять, потому что у нас нет, во-первых, 13 силы. Как только 13 будет, тогда мы возьмем. Тогда я беру, наверное, модификатор ударов. Если навык активен, каждый успешно нанесенный удар наносит дополнительный ущерб уровню энергии. То есть каждый успешно нанесенный удар наносит дополнительный ущерб уровню энергии. То есть получается, у нас будет дико садиться у наших соперников энергия. Понимаете? С каждым ударом, который мы нанесем. Это потрясающе, ребят. Так, записаться, можно еще записаться, подожди. А, тут по очкам еще надо его выиграть. О, хорошо, мы сейчас тогда очков умений нагребем, тут много. Смотри-ка, он просто по очкам, получается, выигрывает. Просто очков у него больше, чем у нас. А по сути, мы его уже побеждали. Ну ладно, хорошо. Так, Рокки победил мистера Кикуси. Так, едем в магазин, заезжаем в магазин, затариваемся всем, чем возможно. Так, победили мы чемпиона, мистер Кикуси, мы опять с ним наверняка опять встретимся. У меня 300 баксов, так, я уже думаю, куда мне их потратить. 300 баксов, ребят, Поехали домой, что делать? Поедем домой, наверное, можно, слушай, заехать... Вот сюда к Адриан, подарите ей подарок, сделай подарок. Адриан принес мне маленький подарок. Ой, так мило, спасибо тебе. Ты такой замечательный. О, влюбиться. Адриан, ты просто необыкновенный, я так счастлив, что мы вместе. Да, дорогой, я тоже счастлива. Надеюсь, ты не променяешь меня на свои бои. Нет, конечно, на тебя, у меня всегда будет время. Влюбленность, когда влюблен, больше ничего не надо. Ты тратишь меньше энергии во время тренировок и дольше остаешься сытым. Вот так вот, ребят. Так что влюбленность — это хорошо. Это хорошо. Так, идем сюда, занимаемся. Мы сейчас будем, соответственно, меньше тратить энергии и круче будем. Собственно, и будем более сытыми. То есть, и, соответственно, будем сохранять сытость. Лучше. Давай, работаем. 12 скоро будем качать. 12 силам. Будет просто вообще. Второй раз мы когда с мистером Кикуси встретимся, мы его порвем, просто порвем. Так, это у меня вообще была выносливость. Ловкость была 6, между прочим. А сейчас мы сделаем 7. Сейчас мы сделаем 7 ловкость. Тогда ему будет вообще жестко с нами. Так, сделаем 7. Новые, кстати, навыки не забыть нужно будет поставить, когда мы будем с ним биться. Вот эту вот молнию мы поставим. Вообще шикарная штука. Каждый удар будет сносить ему выносливость. Интересно просто посмотреть на это дело. Так, он говорит, я уже не могу. Не могу, говорит, уже бежать. Энергия заканчивается. Сейчас мы тебя покормим этими энергетиками. Энергетики, иди покушай. Попей, говорит, я хочу спать, не могу, говорит, спать хочу. Так, давай поспи, дружище, ты заслужил поспать за эти 3 дня. Не спал, не ел. То есть питается только энергетиками. Давай, восполняй свои силы. Но немного, недолго. Так, сегодня у нас еще бой. Так, съедай, все. Так, еще энергетики ешь. Вот так, отлично. Так, что мы сможем сейчас качнуть тогда за этот день? Выносливость. Выносливость можно качнуть. Так. Еще был бы какой-то навык, чтобы мы качали еще, например, не 15%, а, например, 30%. Но улучшалось бы, например, у нас качество тренировок на 30%. Так, 10, 7, десятка у нас выносливости, и, соответственно,
немножко ловкость я подкачал, и все, сейчас мы будем в силу. В силу будем вкладываться как можно лучше, больше. Будем вкладываться в силу. Давай, 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 до 12. Смотри, скоро он дотянет до 12. Вот это будет здорово, он просто порвет мистера Кикуси. Успеешь ты, нет? До конца дня не успеваешь. А, немного не хватило. Можно один бой пропустить, наверное. Подпольный. Давай, докачивайся, пропустим бой, нужно 12 сделать. Ну ладно, пропустили. Откат у нас, смотри-ка, откат. Произошел откатик. Да, один, чуть ли не 1.5. Вообще дикие откаты, конечно. Очень дичайшие. Так, давай выносливость тогда на 10 делай. Молодца. Беги, 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 Форест, давай. 10 делай. Ты сможешь. Так, ну и силу, да? 10 будет, нет? Есть 10, отлично. Я уже прям научился рассчитывать. Когда эти кружочки долетают, я думаю, уже все. Харе. Так, давай 12, давай, родимый, 12. 12. Молодца, молодца. Качнулся до 12. Невероятно. Так, сегодня бой у нас будет. Ну что, иди кушай. Иди кушай, мы сейчас еще позанимаемся тогда. Давай, 2 куска мяса, у нас $265. Так, что мы еще здесь качнем? Давай-ка выносливости побольше, у нас до конца дня есть время. Качай выносливость, выносливость и силу еще, чтобы с запасом было у нас. Прям с таким большим запасом сделаем. 10 выносливости, это отлично. И давай силу немного, чтобы больше 12 было. 12 хотя бы с половиной, если мы успеем. Если он, конечно, сможет. Нет, говорит, все, уже не могу. Не могу, дружище, не могу уже. Качаюсь на износ. Тренировки на износ. 12, 7, 10. Бьемся с мистером Кикуси. И вот он ждет нас. Зарабатываем очки умения. Давай. Так, погоди, я для себя сюрприз приготовил. Убираем, наверное, блок, да? Утомитель можно поставить. Мясной молот. Что бы нам убрать-то? Убираем мясной молот, добавляем вот эту фигню. Так, утомитель будет у нас. Тройной удар, лоу-кик и блок. Кик-слоун против нас. Кик-слоун, я даже не обратил внимания, что мистер Кикуси почему-то не будет. А, ну мы просто набираем очки. Понял, кик-слоун, давай. Давай попробуй с нами потягаться. Бам-бам, давай. Как ему тяжело. В первом раунде мы уже снесли ему половину жизни. Что ты нам сможешь сделать? Смотри-ка, у него тоже утомитель стоит. У него тоже утомитель стоит, смотри-ка. Неплохо он нас утомил-то, и мы его тоже, а? Так, ну, против нас он ничего не сможет. Я думаю, конечно, дохлый номер. Бам, с ноги он улетает. Просто улетает, лежит очень долго, потому что нокдаун был жесточайший. И сейчас мы во втором раунде... Кик-слон получает просто зверское. Зверский удар. Так, давай у нас. Работаем дальше с Сильвером. Накапливаем очки умения. Прекрасно, ребят. Все идет очень хорошо. Все замечательно. Рокки наш начинает тащить. Молодца. Я так прям за него рад, ребят. Очень-то было тяжело нам в самом начале. Просто дико было тяжело. И в итоге все-таки сейчас появились деньги, ребят. Появились деньги. Это круто. Это круто. Так, вот что-то у нас утомитель как бы не особо хорошо работает. Почему-то мясной молот я убрал. И смотрю, у нас он сильно сам утомляется. Рокки почему-то сам стал утомляться. Он падает с Сильвером. Странно. Наверное, против... нужно смотреть, против какого еще бойца ставить. Да смотри, он не упал даже. А с мясным молотом он у нас падал. Вот так вот получается. Так, записываемся, конечно же. На бой записываемся. У нас еще есть время. Давай заедем сюда. Так, 17 у нас очков умения. Так, а в итоге нам нужно... Давай мясо берем.
энергетиков тоже. 182 доллара у нас остается. Путь медведя у нас тут что? Есть у нас, есть пытка. Модификатор ударов, если навык активен, каждый успешно нанесенный удар имеет шанс понизить уровень ловкости. Это для ловкачей, да? Так, это хорошо. Ловкость, это хорошо. 13 мы сделаем силу, и сразу нужно брать вот этот вот навык. Так, у нас получается 24 у нас очка. Умения здесь нужно. Блин, они уже такие дорогие стали. Такие дорогие, это жесть. Так, давай, иди-ка поработай, позанимайся. Ну что, давай на силу. Работаем на силу. Что еще делать? У нас 2 дня влюбленности. О, нет, родной, он уже не может на силу работать. Он дико устал, нужно просто поспать. Нужно просто поспать, отдохнуть, потому что... Ты смотри, как скатилось-то все. 11-7-9 стало. Ловкости надо, конечно, побольше. Так, здесь десяточку мы, конечно, оставляем десятку. Нормально. Но, в принципе, Рокки у нас достаточно сильный стал боец, ребят. Достаточно сильный стал. Это, конечно, видно невооруженным глазом, что он просто прям уже зверюга. Зверюга вырастает из него. Такой будет зверский чувак, короче, который будет всех просто ломать, рвать в будущем. Я не знаю, он просто будет... мега-чемпион. Я хочу, чтобы он стал просто мега-крутым чемпионом, ребят. Ну что ж, будем прощаться. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии по поводу Punch Club. Ваше мнение мне очень, ребят, интересно. Я обязательно все комментарии читаю. Я вам желаю хорошего вам настроения. С вами был Родригес. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.